Всех приветствую. Мы, компания Ektron, стоим на выставке Trans Russia в этом году. И приняли мы такое решение, потому что сейчас сложное время, и многие компании и производители уходят с рынка, и потребителю очень важно знать, кто остался на рынке. Среди наших компаний представлены принтеры этикеток, представлены терминалы сбора данных, мобильные компьютеры, а также и другие решения для автоматизации складов, всякие энергетики, логистики, розничной торговли и так далее. В этом году мы замечаем очень большой поток людей, новых знакомств, и именно поэтому решение взять большой стенд было максимально правильным, чтобы мы могли продемонстрировать все продукты нашей компании. На наш стенд приходят люди совершенно разных знаний, разных специальностей, и каждому мы находим свой подход, и каждому рассказываем и показываем все, что представлено на нашем стенде. Выставка очень большая и интересная. Здесь представлено очень много разных компаний, разных производителей, и советую компании, организаторам не останавливаться и все больше и больше развиваться и увеличивать масштабы выставки, потому что потребность есть.